Так, ну про эпилепсию, я думаю, читать не буду. Ну что же, здравствуй, мальчик, с тобой снова я, Кирилл. Да, мальчик, приветствую тебя. И начинаем мы прохождение The Evil Within. Да, уже было прохождение, уже я начинал новую игру, но, как ты знаешь, у меня удалились видео, и, скорее всего, именно по моей вине. Наверное, я случайно перепутал папки и удалил вместо самой игры папку с видео, которые находились в том же диске, что и сама игра. Так что начинаем мы новую игру. Единственное видео сохранилось, это третий сезон первой серии, я его удалять не буду. Это начало пятого эпизода. Оно сохранилось, пускай оно, как говорится, сохраняется. Ты сейчас скажешь, почему у меня веб-камера находится справа, а не слева, как обычно. Ну, ты знаешь, чтобы не загораживать индикатор здоровья у Себастина. Ну, не буду говорить сюжет, кто главный герой, ты сам это прекрасно знаешь, но по пути все-таки нужно кратко рассказать, все-таки я начал прохождение, правильно? Ну и все такое. В общем, пока буду записывать с таким разрешением, когда будет у нас проседание, проситка, то я, разумеется, переключусь на разрешение 800 на 600. Настройки у меня все уже стоят. Так, все у меня настройки уже стоят. Да. Осталось настроить только управление. На этот раз уже она не будет тупить, как в прошлый раз. Просто нажимаем V. Так, дальше у нас что идет? Ой-ой-ой. Вот так. И вот так. Фонарик у нас я. Ой, не нажал. Так, я. Ударить. F. Так, это стоит. То есть А. Левый shift, пробел, поджечь. Это у нас G. То есть P. Русское. Так, мышь 2, стрелять, ускориться, перезарядить. R, нулика русская. И экран снаряжения у нас T. Ну да, все-таки не так много настраивать. Так, сейчас настроим быстренько звук. И немножко уберем общий уровень громкости для того, чтобы услышан мой голос. Ну, вот так сойдет. Ну, диалоги я убирать не буду, все равно я при диалогах разговаривать не буду. Ну что же, начнем новую игру, сюжет ты знаешь, наши герои. Ну, расскажу по пути, когда начнется новая игра. Тем более я перезаписываю прохождение, начинаю уже игру более посмешнее, ёпта. Ну ладно, в общем-то, не суть. И, собственно говоря, начинаем. Также у меня было много ошибок в прошлом прохождении, в том, что я слишком долго записывал, но теперь вот буду поменьше чуть-чуть записывать и, собственно, начнем новую игру. Выбираем настройки, яркости сойдет. И уровень обычный, так как я эту игру не проходил. Ну что же, у нас на очереди сейчас ролик, по ролику я потом уже буду рассказывать. Ты знаешь, но все равно я лучше расскажу, потому что, ну как для адекватности, то есть начал прохождение, нужно о нем рассказать. И тебя ждет небольшой сюрприз в середине этого прохождения, так сказать. Ну, он такой не очень смешной, но тем не менее, что-то в нем такое есть. Ну что ж, смотрим ролик начальный и умолкаем. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem reaching out to the son of Deacon Memorial. Is there any... God damn it! Jesus! Ah!
Junior Detective Kidman. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. Dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Ну что ж, вот мы и прибыли на место происшествия. Больница называется Маяк, и нужно ее исследовать, так как звонили, сказали, что-то происходит в этой больнице. У нас эпизод 1, экстренный вызов. Ну, собственно говоря, так он и называется. Так, ну что ж, начнем. Начали мы. За главного героя Себастьян Кастеланос зовут, его друзей. То есть не друзей, а коллег, это Джозеф и Кидман. Они тоже работают вместе с ним в одной команде, и мы за них тоже будем играть. Так, ну что же, давайте осмотрим это место. Оружия в машинах нет. Ну и, собственно говоря, Машенди, ты знаешь, что произойдет дальше. Ну что же, я ничего не меняю. То есть серии подразделяют так же, как и раньше, по сезонам. Это у нас первый сезон, первая серия. Но, в общем, такие вот дела у нас. Дела, пока не родила, блин. Так. Что у нас тут дальше? Ну, прибыли детективы, в общем, на задание. В общем, все пока что как обычно. То есть ничего нового нет. Место происшествия. И что же, интересно, понадобилось в больнице тем, кто все это устроил? Мне просто очень это интересно. Давайте попробуем подойти к кому-нибудь. Ну, в общем-то, пока что нет смысла. Что? Так. Smells like blood. All right. Stay sharp. Ну что же, пойдем осмотримся, что у нас, собственно, тут происходит. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Да. Себастьян Кастеланос, главный герой, заботится о своих коллегах, так сказать. И мне его забота очень по душе. Очень она уж у него такая, мне нравится. Тут мы идем тихо, вот так прикольно. Так вот, незаметно. Мне лично. Как же мне нравится его плащ. Плащ настоящего детектива. Ну что же, мы тут видим какой-то разгром. Убитые множество пациентов, наверное, скорее всего. То есть убиты тут все в крови вообще нахрен. Я не знаю вообще, что тут вообще происходило. Я вообще без понятия. То есть вот убит. И что? Как вообще в этом разобраться? Кто все это устроил? Я не понимаю вообще, да? Как это... Ой, господи, что это такое, ёб... Ёб твою. На этот раз я по Шенди не так сильно испугаюсь, как раньше, но, тем не менее, попытаюсь что-то сделать. Ну, офигеть. Закололи тут кого-то, ну... Стол свалили. Ну, вообще. Походу, тут пенсионеры книжки почитывали. Но им спокойно это сделать не дали. И секретарша тоже. Какая-то еще одна медсестра тоже, с ней что-то произошло. Кто-то тут все это совершил. И нам нужно узнать, кто это. Ни одной живой души, да? Ну ладно, идем дальше, разбираемся, собственно говоря, в чем причина, да? То есть всего этого. Are you injured? What happened here? Один выживший. Единственный. Не считая нас. I've got him. The security cameras might tell us something. У кого-то, походу, GTA 5 не потянуло, и тот бомбанул так в этой больнице, что аж тут все подохли нахрен, да? Я вообще охреневаю, да?
По Шенди ты не обращай внимания на эти пиксельные тени, но я поставил на минимальные настройки. Ну что ж, давай проверим камеры, может быть они нам скажут в принципе, что тут произошло. Да и кроме них в принципе никто не скажет, так как все сдохли, кроме этого доктора. Но этот доктор был здесь, поэтому он точно не знает, кто это мог сделать. Так что камеры, кажется, знают все. Конечно, если их не сломали. Давай посмотрим, что у нас тут происходило. Так, полиция отбивается от кого-то. Срань господная, господня. И что же он сейчас нам скажет? Кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Сам ты пошел, иди, блин, туда. Эх, тебе родители не учили, разговаривали, нормально, неадекватно. Рувик, блин. Где же мы очутились? И кто этот таинственный незнакомец? Ну, я уже назвал его имя, не хочу не спойлерить, но... В общем, ты знаешь, мальчик. Что-то такого. Какие-то крысы. И наш главный герой где-то оказался, черт возьми, да? В каком-то странном... Твою мать... Месте. И что же нам теперь делать? О господи, это еще кто такой? Какое-то страшилище, я сейчас обосрусь. Ладно. Мышь обзор. Что он делает? О господи. А вдруг он то же самое сделает с нами? Я обосрусь. Он, походу, сожрал кого-то из мертвых. Наверное, этот хам тут все и устроил. Ну, не считая этого незнакомца в белом. В белом капюшоне. Так, он опять возвращается. Да, тут мы видим какого-то мертвого подвешенного, и у него в животе торчит нож. Может быть, этот нож поможет нам выбраться. Как мы понимаем, Себастьян сейчас торчит вверх тормашками, поэтому у него так все видится. Нажимаем пробел несколько раз, чтобы схватиться, как Тарзан, мать его, и взять этот нож. Бери, чуть дрыж, ты дотянуться не можешь. Давай, все. Приземляемся. Ну что ж, вот мы и освободились, теперь остается нам как-то отсюда выбраться. И где мы вообще оказались, да? Непонятно, непонятно. Будем разбираться. И куда пропал плащ Себастьяна? Вот это мне, кстати говоря, тоже очень сильно интересует. Да. Вон он. Стоит. Хм. Он, походу, там что-то готовит себе. Ужин, блин, из говна. Ну ладно, не в это, суть не в этом. Давай как-нибудь обойдем. А дверь-то закрыта, блин. Сука, и что теперь делать? Как мы откроем дверь? Открывайся, скотина! Как ее открыть? Она, по идее, открыть-то будет должна. Да шутка, я знаю, надо у него взять ключ. В общем, сейчас нам нужно сейчас сделать вот это. Это красца, вид стелса, вид скрытности. Стелс переводится как скрытность. Я не понимаю, почему все велосипеды, которые я вообще вижу там, вообще называют стелс. Я не понимаю, ведь стелс это же скрытность. Причем здесь велосипед? Я вот не понимаю. Димыч, Пашинди, если вы знаете ответ на этот вопрос, обязательно мне ответьте в устных ваших комментариях при просмотре этого видео. А вот и ключи. Так что ответьте мне, почему словом «скрытность» называют велик? То есть, если бы перевести на русский язык, да, то есть слово «стелс» и написать слово «скрытность» на велосипеде по-русски, это будет как-то тупо смотреться, да, не согласитесь, да? Но не знаю. Почему именно «стелс»? Ну ладно. Используем ключ, который мы тут нашли. И, собственно говоря, разбираемся, где мы вообще есть и откуда мы тут оказались. Последнее, что мы видели, это того странного таинственного незнакомца, который был в
видео на камерах, который убил полицейских. И, скорее всего, он и учудил на пару вот с этим вот гмахеком весь разгром в больнице. И, собственно говоря, напал на нас. И мы не знаем, где Джозеф, где сейчас Кидман. И хрен знает, где мы сейчас сами вообще находимся. И я вот сейчас боюсь обосраться, так как сегодня я утром вообще не ходил в туалет, да, то есть, и поэтому я как бы побаиваюсь, что мало ли не сдержусь, или как Фил там, не знаю, что-нибудь со мной случится, не выдержу. Надеюсь, что нет. Ладно, идем. Ой, господи! О, нет! О, нет! Помогите! 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 Кто-нибудь! Бежи быстрее! У нас какой-то Петик ловит. А-а-а. Ух ты, ёб твою мать, а. Мать твою. Думал, стою. Белый фонарь взрывает колеса. Дым и гарь по бокам коса. Адреналин отдает прямо в нос. Сегодня на бреке лихачит про хвост. Так, ладно, идем. Идем. Какие-то тут ловушки, я боюсь. Быстрее. Быстрее открываем. Ну, я тут не ошибся, поскольку я уже знал, как проходить. Потому что у меня уже было прохождение. Господи! Надо скрыться. Так, делаем. Оу. Кровь. Вот это мерзость, реально. Офигеть. Вот может это и не кровь, но что это такое вообще? И Себастьян, походу, повредил себе ногу. Только вот вопрос, как? Он упал на эту жидкость. Как он... Понимаете, бы он на асфальт бы упал, да? А он на какую-то жидкость упал и повредил себе ногу. Ну, возможно, он как-то неудачно упал, поэтому ногу себе повредил. Пока что, играя самому, я пока что только этот один момент... Момент запомнил, то, что у Себастьяна ранена нога. То есть, не ранена, а повреждена. Пока что, играя сам, то есть, уже я далеко прошел сам, я не замечал, чтобы у него были какие-то травмы, там, с ногами, с руками. Ну, не считая потерянного ХП, конечно, да. И сейчас мы просто не понимаем, откуда кровь вообще здесь. То есть, этот чувак, он что, вообще, что ли, какой-то монстр всех нахрен порубил, да? Или этот, или тот Хах, как там его зовут? Тот незнакомец таинственный. Ну, вы знаете, как его зовут, но не будем для приличия называть, да? Открываем дверь с помощью пробела. И у нас здесь контрольная точка. Так. И тут мы попали в какую-то канализацию, да? И что же нам теперь делать? Баба! Так, ладно, не об этом. Какая-то тут тележка, ну хрен его знает, что там может быть. Сейчас бомба сейчас рванет. Ну, честно признаться, я боюсь. То есть я это проходил, но я все равно боюсь, потому что мало ли что может быть, да. Вот, например, это фигня. Ой, еще вода. Окей. В общем, попытаемся выбраться и найти наших друзей. Сейчас это главная задача Себастьяна. Ну, скорее, самое главное, это просто выбраться вообще. Не пойми откуда. А уж потом уже найти... Разобраться, почему мы там оказались, потом разобраться, где наши друзья и что стало с тем Кеннеллом, водителем полицейской машины. То есть он потом остался у той больницы Маяк под названием, Кидман тоже остался у дверей, а Джозеф был с нами и хрен знает, что с ними там вообще произошло. Не сексом же они там занялись, правильно? А, так что нужно тут думать, как бы, да, тут... Тупые догадки тут не помогут решить, да, эту проблему. Какая-то дверь. И что у нас тут? И ничего. Обычная комната. Скорее всего, это комната какого-то охранника, да, он тут как бы работает и отдыхает. Да. Сначала, когда я увидел этого чувака с бензопилой, ну, вот этого чувака, который, у которого мы украли ключи, я подумал, что он садомаза, да? Но не знаю. Возможно, я прав, возможно, я и не прав. Разумеется, я еще не говорил, что эта игра напоминает Resident Evil 4, но я это уже говорил в прошлом прохождении, который я случайно удалил. Но скажу еще раз для того, чтобы было.
У нас какая-то книжка лежит. И первый файловый документ. Ну что, давайте прочтем. Наверное, этот документ написал вот этот вот мужик, который на инвалидной коляске сейчас сидит и уже мертв. Старая записка из канализации. За запертыми воротами в дальнем конце канализации находится лестница, по которой можно подняться в старое крыльцо. Если сможешь пробраться туда, найдешь лифт, который вывезет тебя наружу. Ты сможешь убежать и, возможно, выжить. Что ж, если мы находимся неподалеку от... То есть мы видим тут какого-то этого пациента тоже, он тут на инвалидной коляске. То есть можно предположить, что мы сейчас находимся в канализации той самой больницы, в которую маяк, в которую мы приехали. Что-то, по идее, странно называть больницу названием радиостанции в реальности. Странно, да? Какая радиостанция, по идее, есть маяк. А эту дверь мы открыть не можем, понятно. Они бы еще ее задним местом бы назвали, да? То есть тут полная жопа вообще, да? И назвали бы так, жопа. Жопа, потому что случается полная жопа. Логично, да? Ну, не суть. Так, в общем, давайте выбираться. Тут какие-то... Калитка какая-то, но она закрыта. Был бы у нас пистолет, мы могли бы ее сломать. Но у нас пока ничего нет, мы пока бомж. Мягко говоря, да? Бомж, и мы не можем никак выбраться и найти дорогу, да? Скорее всего, я, может быть, даже за одну часть, это за одну серию первый сезон закончу, но тем не менее. Так, тут он быстро не поднимается, тут только так. Но он сейчас будет медленно подниматься, потому что у него нога сломана. Это придает очень большой трудности, так сказать, да? Так, лезем. Давай. Ну, хорошо, что даже я перезаписал, поскольку я первую серию The Evil Within записывал в разрешении 640x480, а там вообще была просто ужасная графика, и читать было просто невозможно файлы. Слушай, у нас еще какая-то отдельная такая комнатка, наверное, тут работает какой-то сотрудник, и тоже следит тут за всем порядком. И он какую-то тоже записку тут оставил, давайте прочтем. Записка из бойлерной. 13.00. Проверка системы STEM начинается. Что это за система? Давай сейчас узнаем. 13.15. Результат положительный. Синхронизация мозговых волн подтверждена. Потери минимальны. Продолжаю эксперимент. Агент собирает данные. 13.30 это... У нас уроки в это время заканчиваются. Возникла аномалия. Не с подопытным. Стенографистка сказала, что ей нехорошо и по неизвестной причине впала в ком. Врач приказывает отключить систему STEM. Что за STEM? Есть STEAM! А STEM я не знаю, что за STEM. 13.45. Персонал жалуется на тошноту. Что это они? Под Фила, что ли, Кэссиди косят? Люди один за другим падают в обморок. Те, кто еще может передвигаться, хотят бежать из больницы, но почему-то не могут. Систему STEM должны были отключить, однако мозговые волны подопытных все еще синхронизированы с сервером. Ну что же, тут, как говорится, о какой-то, в принципе, системе STEM и, походу, местным... Тем, кто здесь пребывал в этой больнице, им, походу, эта система как-то была не по душе, поэтому они все сбегали. Наверное, это какая-то злая система. Так, вот у нас кнопка, давайте используем. И что мы тут найдем? У нас контрольная точка. Я просто сейчас обосрусь, понимаешь, от страха, потому что я не люблю в хоррорах такие узкие коридоры, которые ведут куда-то прямо и прямо, понимаешь? Это мой страх просто. Так. И что мы тут найдем? Надеюсь, что-нибудь вкусненькое. А то наш Себастин наверняка хочет жрать. Хотя нет. Сейчас он хочет вылечить свою ногу. Охренеть, сколько тут... Если судить по тому, сколько тут ящиков, то, скорее всего, это ящик каждого из пациентов. И кто-то хранит здесь какую-то информацию и какие-то средства, наверное. То есть... Если тут столько ящиков вот этих, то охренеть, сколько здесь людей находилось, да? Мне лично интересно. Ну что ж, очередная дверь. Так. Ой. Можно спрятаться? А, shift. Так, и что у нас тут такое? Страшненькое. Ой, господи! Что это, мама? А?
У меня так сердце на уроке литературы бьется каждый день. А когда я получаю двойку, вот так вот бомбит мой батя. Точнее, так батя приходит с моего родительского собрания. В таком вот настроении. Я сразу же прячусь к себе в комнату. Но вот вам пример. Получайте хорошие оценки, ребята, чтобы не получить изды от бати. Не буду материться, да, то есть... Ну, чтобы людей не получить, короче, так скажу, да. То есть, примерно вот такая будет сцена у вас дома, если вы получите... Если, короче, если у вас будет плохая успеваемость, то примерно вот такая сцена будет у вас дома от вашего бати. Так что, ребят, хорошо учитесь. Это я говорю сейчас Димычу Андреевичу и Пашегию Алексеевичу. Уходи ты уже, чмо. Такой, блин, придурок, блин, нацепил какую-то маску, блин, хоккейную. Такую бензопилу взял какую-то, блин. Теперь как в этом... В Red Zest Car. Попробуем его бензочлен на вкус. Ну, короче, он ушел, давай выходим, а тут что-то уже... Я боюсь, что сейчас он тут интимными вещами заниматься начнет в этом шкафу, да, и... Все вообще сорвется нахрен, да. Так, ну что же, давай следуем за ним, да. Ну, я знаю, что когда глазик шевелится, то значит он за нами следит враг. А если он просто смотрит, то он нас обнаружил враг. Это понятно, это и школьнику известно, то есть, да. Но нам будет намного сложнее выбраться, потому что у Себастина ранена нога. Так, нам нужно просто по ходу обдурить этого долбоклюя и, собственно говоря, пройти мимо него, да. Сейчас мы это, собственно говоря, и сделаем. Напрямую опасно идти против него, потому что он нас сразу же догонит. У нас ведь и так ранена нога. Ну что ж, он пока там думает о том, кого бы ему на этот раз сожрать. Мы сейчас будем пытаться ой-ой-ой-ой, господи, уже мог, помогите, уходи отсюда. На своего сына дома злись, за двойку, помните, за двойку по физре, так вот. Сука, ты можешь налево пойти, а? Да не от себя налево. Shit. Нас спалили. А, помогите! А, насилуют! Ты что-то делаешь? Себастьян! А, скотина! Помогите! Не повезло, тварь. Скотина, блин. Короче, я сейчас сделаю просто вот так. Просто сделаю очень легкое и быстрое действие. Мне вообще на него чисто похер. Он мне не батя, я его не сын. И вообще мне похрену. Я просто сделаю вот так. Да и я знаю. Просто сейчас мы от него просто возьмем и убежим. Во, сына, собирай манатки и беги. Беги, давай. Только так 5 не будет. Вот, сразу побежал по-быстренькому. Вот так вот надо сразу было делать, да? Так, все, у нас тут контрольная точка. Ну, видео на 5 минут будет больше идти, потому что нужно закончишь первый сезон, правильно? Ну и тут мы видим, уже зашли в холл больницы, походу, да? И тут очень много инвалидных колясок, господи! Насилуют! Помогите! Кто-нибудь! Господи! Давай, Себастьян! Давай, беги! Значит, нас изнасилуют! Это будет хуже, чем... Секс с медведем в постели. О, повезло.
Ну что же, повезло нам. У нас будет довольно продолжительный сейчас ролик, и мы его, собственно говоря, смотрим. Ну а я отдохну чуть-чуть постельки и подругу немножко, короче. Ладно, шутка, конечно. Просто, короче, отдохну. Все, давай. Хотя нет, стоп, еще не все. А нет, да, все. Я тоже вместе посмотрю. Сейчас мое лицо не видно, да? Да. Вступительный ролик. Это был скорее пролог, а не первая часть, да? То есть, ну, не первый эпизод. Обычно так начинаются прологи, да? А тут первый эпизод так начался. А музыка мне, нечестно, мне музыка нравится. Музыка мне нравится вообще в этой игре. Ну, ладно, все, я не говорю. Так, мы приехали. Ну, собственно говоря, следующий ролик не за горами. И тут мы должны осмотреться, что у нас вообще происходит. То есть, в той же мы самой больнице или нас перевели в какую-то другую. Ну, скорее всего, в той же, потому что, ну как нас могут перевести. Бать, прости, я больше не буду получать двойки. Пожалуйста, не бомби. Вот чисто я... Всё, я... Да... Господи. Уже мог. Вот да, мы в той самой больнице, вот мы видим все то же самое, да, то есть... И где Джозеф? Где Кидман? Где тут доктор? Странно. И вообще все пропало, то есть, да. Где все вообще? Где наш плащ? Да. Все пропало. Что-то тут все обрушивается, лучше нам просто отсюда выбежать. Ну и сейчас будет ролик продолжительный, смотрим его. Что с городом? А вот наши друзья. Hey, where's Joseph? Man, I'm sorry, but you never came out. I waited, but please settle down, Leslie. Shit! There's no going back. Вот это нахрен нападались, сука. У вас прям книгу рекордов Гиннесса, ёпта.
cut off from everyone? Everyone must be dead. Everyone all right back there? Just a few bumps, we're fine. Fine. We will be once we're far away. A little further and we'll be fine. Fine. Fall! Что это с ним? Как бы сказал Пастель. Ну вот, собственно говоря, и все. Разбились наши герои, все, игра окончена, я пошел в туалет срать. Ладно, не в этом дело. Так, в общем, закончился у нас эпизод. Да, в общем, что-то произошло. То есть куда-то пропал Джозеф, мы хрен знаем. Мы выбежали из больницы, то есть, да. Куда-то пропал наш Джозеф, хрен знает куда. Кидман и тот доктор, они спаслись, и доктор привел своего какого-то еще пациента. По-моему, они называли имя Лезли. Его зовут Лезли, походу, да? И в машине время от времени появился опять этот странный тип, который нас послал. И я боюсь, честно, я боюсь его. То есть я боюсь его даже больше, чем вот этого типа, который вот с бензопилой, реально. Нам нужно найти Джозефа срочно, если, конечно, наши герои вообще выжили, да? Потому что с такой высоты упасть, это вам не то. Ничто. То есть, помимо того, что в больнице случился разгром, так еще и во всем городе случился разгром. Это уже какая-то мистика, дорогие мои ребята, по Шенди. А мы сохраняем игру. Сохраняем. Ее мы. Так, нет, зерно прорастет. Нет. В глубинах, да. Новые ячейки мы лучше сохраним. Сохранение. Все. Ну что же, на этом я оканчиваю первую серию. То есть у нас прошло все. Сезон окончен. То есть это первая серия, она и финальная серия. Да, довольно затянулось, но потому что я как бы не стал делать еще одну серию этого сезона, потому что нам тогда получилось на минут 6-7. Ты же не хочешь минут 6-7 смотреть, так что лучше уж тебе к 30 минут еще минут 7-8 прибавить, и получается нормально. Тем более тут все самое основное, то есть я один раз проиграл, это так нормально, то есть все самое основное в этом эпизоде. Надеюсь, тебе понравилось, надеюсь, я нормально перезаписал, да, были небольшие подлагивания, поскольку разрешение высокое, но тем не менее уж не такие фатальные, да. Надеюсь, тебе понравилось, как я проходил. Ну что же, увидимся в следующем эпизоде, в следующей серии уже второго сезона. Да, быстро закончился у нас первый сезон. Но мы, конечно, не будем плакать, мы не бабы. Ну и, собственно говоря, с вами был я, Кирилл. С тобой, Димыч, с тобой, Пашенди. В общем, удачи вам и пока. Увидимся в следующем сезоне, в следующей первой серии второго сезона. Надеюсь, вам понравится мое, так сказать, новое прохождение, новое от... Ну, то есть, новое прохождение The Evil Within, то есть, перепрохождение, так сказать, 4 эпизодов. Все, пока вам, ребята. И как бы сказал Пастент, пока и пока-пока.